Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру GTA San Andreas. What up, bro? CJ, I've been thinking. The city's big, but it ain't that big. Some fools know where smoke's high. But as long as the Grove Street families don't rule the streets, his money's gonna mean more than our rent. What you got in mind? We gotta hit those bombs and virals with everything. Hit every neighborhood they got. If that's the only way, I'm down for that. I'ma see what I can find out on the streets. Big love, bro. Much love, bro. Да, да, да. Короче, в этой серии мы сегодня да что взрывается. В этой серии мы начинаем, ну, продолжаем, точнее, захватывать захватывать власти у Баласа. Нам Свит нам сказал, что нам нужно захватить побольше регионов, ну. Побольше районов у Баласа. Окей, хорошо, давайте этим сегодня, это сегодня и сделаем. И во время этих беспорядков лучше бы нам это. Сейчас менты особо не смогут заниматься нашей деятельностью. По то, что война идет банты. Так что окей. Пока они там, все менты города тут, пока все менты города занимаются беспорядками по всему городу, мы тут попутно можем это, мы попутно возьмем пока несколько районов и завершим начатую когда-то войну. Так, ну сначала давай вот так сделаем. Немножечко пробежимся. Блин, как надо быстро щелкать, а? Давайте, давайте, мы сегодня должны хотя бы еще чуть-чуть прибавить ей. До 6 левел мы тупо не выносим. Мышцы у нас есть, а выносливости у нас тупо нету. Да, пятый левел немножечко включим. Мы на пятом левеле как бы плоховато. Так, немножечко прибавим. Блин, интересно, долго еще так нужно будет? Так, ну 2000 примерно. Окей, запомнили. Так, ну пока 6 левел нам тупо сейчас не дается. 6 левел сейчас не особо хотит. Он тупо сейчас опускается ниже.
Улучшили, нормально. Три километра уже. Уже 3 километра. Взяли. Так, 5-го да, спустим. 20, до 5-го сейчас уберем. Так, поднимаем. Четыре километра уже. Все, 4. Палец устал. Другой рукой уже. Блин, когда 6 левел нормально будет работать, а? Когда будет 6 левел уже отрабатывать? Не, я 5 тут не сильно могу. Так, ну уже нормально уже. Блин, че я не могу 6 левел это добить, а я уже это. Пять километров. А 5-го снизим. Все, 5 километров ровно. Блин, 2 заканчивай уже, а. Ну, наконец-то, 6-й левел хотя бы держим. Все, и это, нормально. Фух. Сколько там, выносливость, нормально. Выносливость, мышцы, нормально. Полноты нету, привлекательности. Что-то я не знаю, как привлекательность повышать. Ладно, окей. Давайте. Давай воспользуемся местными беспорядками. Не начнем и продолжим войну с Баласом. И сейчас я предлагаю сейчас забрать у них Голливуд. Ну или Винвуд с храмом. Короче, вот это хочу забрать. Там очень крутая, очень дорогая недвижимость. И там, короче говоря, очень даже не дешевое место. Так что давайте в первую очередь давай возьмем вот это вот. Также нам нужно как бы, ну, помогать это нашему звукозаписывающей студии с Мэтт Доком во главе. Так что давайте туда поедем пока. Так, главное, чтобы никто не взорвался вовремя. Еще нам нужна броня. Так что давай его сюда вот. Да куда ты полетел-то? Ёпты, вы что тут начинаете-то? Меня преследуют-то. Так, до сих пор еще преследуют. Так, бустер, давай зайдем, броню купим. Здесь 200, там почему-то 240 он стоит в Лас-Вегасе. В Лас-Вентурисе.
Все, не хотите меня больше убивать, да? Так, все, поехали. Сначала давай-ка этот. Сначала мы автомастерскую сейчас вас заберем. Ёпта, а тут люди как-то более-менее нормально выглядят. Так, ну в любом случае, пока все менты там находятся, они там будут и больше это. Здравствуйте. Так, спровоцировал. Не то, что хотелось, но да. Так, да, не сначала вот с этим. И сейчас вниз побежим, окей, они там попают. Да сдохни ты уже нормально. Так, ну что, быстро взяли, подобрали аптечку. Так, понятно. Вот так-то они, значит, побежали, да? Ну-ка, давайте постреляем. Ладно, окей. Так, и куда вы там побежали? Ну-ка, подожди-ка, стойте. Да, толку от вас тут что-то как там было, как там очень сильно маловато. Отдайте мне патроны к калашу, пожалуйста. О, не успеваю взять калаши. Здесь с другой стороны полезли. Ёб твою! Не, нормально. Успели вовремя. Да какой предал? Я тут нахожусь. В любом случае, один и тот же Голливуд. А, ну, нормально. А какого? Подожди. С какого перепугу я не... Нету. Стоп. Подожди-ка, я чуть немножечко не понимаю. Блин, где можно аптечку сейчас подобрать, а? А, они тут обойти еще могут. Нихера себе. Так, да, вот тут поддержим их. Нормально, сняли. Нам нужна броня сейчас. Ну где вы там? Вылезайте. Еще один. Давай. Ну же, давай же, ты же это. Ну давай, где ты там вылезаешь? Так, вижу аптечку уже нормально. Так, окей, где броня?
Куда аптечка делась? Алло! Понятно. Ну блин, туда можно сейчас уйти, если чё. Так, ладно, пока не рискуем. Хотя можно, они сейчас в любом случае тупорылые. Алло, идиоты! Так, ладно, быстро броню возьми. Пригодится. Понятно. Все сняли, молодцы. Там еще броня еще одна лежит. Все, молодцы. Что там? After we dumped on those ballers, the Vargo started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Santos. Time to saddle up, DJ. Alright, I'll get you and then we'll roll over there. Подожди, мы тут только начали. Мы только. Начали эти районы себе забирать. Я хочу забрать себе весь Голливуд перед тем, как мы приступим. А то как мы это, скорее всего, это восстание долго не продержится, и потом они потом сюда опять побегут. Сейчас очень много винтов, сейчас вон там, вот у нас находится, в гетто, ну, там находится. В тех районах. Так что пока есть возможность, нужно им пользоваться. Пока есть возможность, нужно. Нужно забирать. Иди ты. Так, а вы у нас кто такие? Кто там? Менты? Пошел нахуй. Пожалуйста. Так, ну и кто дальше? Кто дальше пойдет? Так, вот ты, значит, да? С пистолетиками пойдут, да? Нормально, выдержали. Следующий, пожалуйста. Там один ослик что-то забился. Сейчас, отошли. Отстреливаем. Второго также убили, что ли, да? Я чуть не особо заметил, когда мы его убили. Так, куда эти побежали-то? Ну-ка, стой. Ну-ка, что вы там задумали-то? Маневр, уклонение. Все, отстреляли. Броню осталось только взять. Калаши у них, видите, сейчас не предусмотрено. Окей.
Так, идем на следующий район брать. Идем забирать следующий. Я хочу взять весь Голливуд. Абсолютно. Наш так атакован. Нормально, хорошо, что они здесь атаковали. Они хер где это. Пойми где. Так, и вон там еще один. С дробашом бегает. По улице. Все, норм, норм. А, убрали мы. Защитили. Так, вот теперь вот здесь нужно отобрать. Ну и... Кто-нибудь кого-нибудь видишь? Так, стоп. Так, блин, третьего до сих пор еще не видим. А надо бы. Блин, пустые улицы, а? Лос-Анджелес, а? Это Лос-Анджелес. Так, стоп, подожди. Ёпта. Мотоциклисты. Ну и... Чего ж так мало-то тут бегает? Так, все, нашел. Нашел добровольцев. Так, менты, ментам тут не рады. Сами разберемся. Сказано сами. Значит, сами. Как долго вы тут не хотели? Все? Так, окей, быстро берем калаши там. Все, нормально, вот три восьмерки. Так, теперь они с этой стороны все полетели. Вот так вот, не хрен было тут бегать. Тут, так, кучно. Ишь ты, побежали, они на радостях кто-то в меня стрелять. Вертолет там что-то летает. Так, ладно, окей, думаю, вот это вот один район будет. Хуй там. Так, здравствуйте. Так, еще кандидаты.
Еще одни. Так, ладно. С какой стороны полететь? У меня, если что, есть два варианта развития событий. Ага, понятно. Винвуд. Так, ну давайте, вперед. Что от вас требуется, вы и так знаете. Ёпта, блин, кто у вас тут... Откуда вас выпустили-то? Бэбики. Так, понятно. Окружить меня решили, видите. Я сюда уйду. Я уйду сюда. Ёпта, сейчас... Вовремя. Нормально. Вторая машина что-то заблудилась. Все, быстро берем. Так, там броня там находится, окей. Ладно. Продолжаем. Так, берем коллаж. Давайте, давайте. Сели и давайте начнем постреливать. Ишь ты, войны нашлись. Войны. Так, подожди, вот тут еще какая-то хуйта есть. Че, что здесь синяя полосочка? Что они тут контролируют? Алло? Ну-ка, что тут задумали-то? Ишь ты, что они тут задумали-то, спровоцировали-то? Хера себе тут спровоцировали в войну. Оставили тут кусочек, думали, что я не замечу? Хуй вам, не замечу. Так, ну и... Если что, я сразу вот отсюда уйду. И еще назад. Так, вторую волну выдержу. Если что, я сюда просто бегу. Если что, я просто побегу сюда. Так, ладно, отстань в другую сторону. Так, лучше пробежаться, лучше пробежаться. И по пути броню взять. Все нормально, захватили это место.
В смысле? Я так и не понял, по какой такой причине они решили, что, блин, это вот место ихнее, кусочек такой маленький. Ищите, какие наглые уже стали. А думали, оставили себе тот маленький кусочек, вот это два здания. И магазинчика это. Чё-нибудь так, о чем мы тут подумали? Обычно вкус большими квадратами и шло. А тут нате. Какой-то не никчемный, тут какой-то тротуар. Никчемный бордюр они тут решили ты за собой оставить. Ишь ты. Сейчас, доеду. Не паникуем. Я уже на месте. Тормози. Ну? Я чё? Спасибо, что нашли меня. С какой стороны побежите? Уйди. Так, быстро дай мне опять аптечку. Не ожидали, что я увижу? Ишь ты. Я тут тоже однажды такую ошибку провернул, и все плохо было. А вы там что решили сделать? Ишь ты, ни хрена себе вы там... Подождите. Ну, как радость? Все. Взяли. Все, ничего синего тут нету, да? Голливуд полностью под нашим контролем. Голливуд наш. Стой. Все, поехали к свиту. Пацаны рассказали, что... Блин, а тут можно еще какой-то особняк купить, а? Блин, у меня тут есть еще один. Ну, а как бы этого ему принадлежит. Ладно, куплю потом. Так, ну-ка, кто там позарился? Кто там решил? Кстати, нужно броню купить. А, понятно. Легче простого сейчас будет. Перестреляем, как утенков. Если, конечно, с автострады выйдем. Выйди с автострад, пожалуйста. Извиняйте, вы беспорядки устраиваете. Так, окей, вот тут можно. Так, я не понял, вы еще за мной что ли едете? Пацаны!
Так, а эти куда побежали? А ну-ка, стойте. Так, броня есть. Не, брони не нашли. Броню нету. Ну-ка, возвращайтесь. Это как-то неправильно вы там поступили. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все, норм. Ай, да гаденыши какие. А. Сейчас, подожди, нужно броню купить. Не поймаешь. И пошел нахер. Спасибо. Заранее. Ёпта, а чего загорелся? Да блин, да не прыгай ты под машину. Так, что мне нужно? Нам нужна броня. Нужна броня. Ну, спасибо, чем честь, а нам больше ничего не нужно. У нас все есть. Пистолеты, дробовики, МП-5, калаш. Снайперская винтовка нужна, кстати. Очень полезные вещи. Винтовка. Снайперская. 5000. Ну так, поет. Нормально так стоит денег. Так, ну все, поехали. Айо, все, все взрывается. Все, поехали. Да я тут в карме тут меня подставлять. Сейчас взорвется, да? Да, подождем, я не. Я паслучи. Он еще взорвет это. Все, горит. Ну-ка, я хочу кое-что проверить. Да ё, уйдите вы от меня. Что вы мне преследуете всю дорогу? Я хочу проверить, можно тут вот... Да, тут дорожка есть, вот так вот. Выезжаете. Извиняйте, простите, пожалуйста. Двадцать восемь. Так, ну ладно, как я понимаю, Свитпон знает, где находится Смок, и теперь нам пора его навестить. Ну, ладно, окей, пошли, посмотрим. Конец пути. Johnson brothers finna take that fat fool down. Все. Сейчас у нас будет больше. Кстати, я сейчас вылезу. На. You sure he
be in East Los Santos. Yeah, around the edge of Lost Forest. Some old apartments and a warehouse. He as good as dead, then. I can't believe you bought that same bucket-ass car, man. Hey, if it ain't broke, don't fix it. А чё вы ко мне пострелять, да? Johnson boy sorting shit out. Yeah. Nervous? Ёпта, yeah. Это чё такое ещё? Me too. Я чё-то впервые такое вижу. Нормально. Тут беспорядки прям это. Look, I know you down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey. If you need me, you know I'll be. Да, я знаю, где тебе искать. Телефон у тебя. Если что, телефон у тебя есть. Что ж, последний шаг остался. И в крепости Крэк надежная защита. Существует только один способ туда пробраться. Дверь. Единственное. Это. Разнести ее. Взрывчатка? Нормально, тут полноценные боевые действия с ментами идут, да? У нас же не такого пиздеца хотя бы нету. У нас такого пиздеца хотя бы, ну, нет тут такого. У нас хотя бы спокойненько. У нас пиздец, но не такой сильный. Понятно, нам надо обойти. Я мимо, я просто мимо, пройду мимо. Вот сюда зайду. С глушителем сюда. Нормально. А теперь я сейчас буду вас разбирать. Вы же не против? Думали, что я ментов тут это? Знаете? Так, все, пошли получается разбирать. Просто давить, да? Да, просто добить. Мы тут всех передавили, нет еще. Да дохни ты уже. У меня тыл должен быть полностью контролируем. Чтобы ничего тут меня не отвлекало. Так, ну все, берем вот это и вперед. Этаж второй, охранная зона. Дым на пятом этаже в комнате. Нормально. Тут еще и эти мексикашки, да? Союзники Баласа.
Так, броню я возьму. Так, это открывается, да? Так, окей. Так, наверх. Пошел нахер. Там еще один приехал. Только как он на второй этаж забрался, а? А, то спецназ. Я вот и спрашиваю, а как он на второй этаж забрался? А, тут горки же вроде были, да? Все, никого. Ха. Ишь ты, куда ты попёрся-то? Там где-то еще один был, да? Чего не выстрелил? Так, это такое у меня уже есть. И аптечка у меня тоже пока есть. Не требуется. Но я почему-то взял ее почему-то. По какой-то неизвестной причине. Так, этаж 3, лаборатория. Тут уже люди синдиката из этого. Так, а броня мне понадобится. По броне это нужно. Так, откройте. Просто открой. Это место многие кто защищает, да? Тут все уже. Ёпта, там чё взорвалось? Тихо. Чё, не думал, что можно так стрелять, да? Ну? Где? Окей, нашел. Окей. Так, это нас не открывается, да? Нам туда, получается. Положись на место, откуда встался. Так. Ишь ты, побежали на радостях. Прикольно. Ну да, вот ваше прикольное. Так, нам не во броня, как бы надо бы. Гостиная Балас. Пошли. Так, броня. Нормально. Из двух рук сфигачи ты.
Я как понимаю, это так же умею, да? Если прокачаться нормально. Так, а это у нас кто был? Какие-то эти уже появились. Я ты чё? Думал, что когда по-другому буду стрелять, что ли? Да чё такие косые-то, а? С такого расстояния не стреляют. Увольни. Это чё ещё за статуя? Нормально так. Блин, опять странничаю, а? Чё стоял? Танцуете, да, помаленечку? Так, а там у нас что есть? Если у нас аптечка есть, окей. Так, ладно. Захватите Big Smoke, окей. А вот и ты. Ну, здорово. Эй, Smoke! Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, that's some good shit. Man, you and Tenpenny. Man, fuck Tenpenny, and fuck his Polish lapdog, and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had. I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. You wearing body armor, Smoke? Man, I'm disappointed in you. I thought you were gangster. Right, man. Hey, I'm a motherfucking celebrity. All kinds of crazy cats out there want a piece of me. Тихо. Smoke. Так, броня, калашу и патроны. Так, броню главное сейчас не взять. Так, где там? Да где вы тут? Я тебя уже убивал. Да отстаньте! Так, лучше уйти подальше от него. Лучше уйти, он мне быстро раздамажит. Ай! Нужно срочно броню взять. Срочно броню. Взял. Так. Да не бегай ты от меня.
Все равно поймаю. Да отстаньте вы. Да ё, блин, твою. Отстаньте. Так, дай дробовик. Все, отстреляли наконец-то. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Тупо деньги, что ли, да, захотел? Тупо захотел денег, что ли? А вот и мразота. Карл Джонсон, my man. Соглавная мразота. Kill Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny, huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. Alright, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Lost. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding! Good answer, Carl! You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Mother! It ain't over, Carl! It ain't over! Нормально, так отвлекся. Так, а кто у него на другой дробовик делся, спасся? Да мы уже это вроде взрывали уже. Или он повторно так взорвал. Все, Смоук мертвый. Нормально. Да я как бы и без них все вижу. Все, пора валить, у нас 7 минут на все про все есть. Косой. Лучше бы взял бы просто два одну узишку и стрелял бы себе на здоровье. Но нет же, надо две. Две больше. Количество-то хорошо. Из двух рук нужно стрелять уметь. Чтобы стрелять. Из двух рук нужно уметь стрелять. А не взял и побежал.
Так, где у нас тут? Так, быстро калаши. Вы как будто там тоже сгорите. Вы тоже сгорите, если что. Да, ё, где вы там находитесь-то? И почему я не могу это потушить? Так, он нашел. Вовремя нашел. Так, сюда. Ёпта, не гори, не гори. Потушись. Блин, кого тут можно это? Блин, здоровья вообще нету. Броня нашлась, хотя бы броня нашлась. Уже норм. Уже. Спрятался. Как они с этими мента пропустили, а? Так, как в смысле, опять здоровья мало. Все. Все, ушли. Нормально так увидел. Тушись. Все, окей, молодцы, вышли. Ёб твою! Нет, ёб твою мать! Твою мать! Бля.
Да, такая большая миссия. А подожди, подожди, я где-то вот видел, что там можно ее перематывать как-то. Я где-то это, я помню этот момент. Я можно как-то. То ли на тап, то ли на е, не помню. Давай попробуем. Правда, мы там очень много оружия потеряли. Но это не это, сейчас мы там, очень много, мы и соберем сейчас очень, его много. Нам калаша там нужно все больше, чтобы это. Нам калаша совсем чуть-чуть нужно. Живые пока. Пока не перезагружаем, я вроде помню, там можно на какую-то кнопку нажать. При нажатии на которую можно это. Когда-то такой момент был, но тогда это не оружие пропадало. А сейчас я тупо не хочу сейчас все это перепроходить. Это очень долго будет. Сначала туда ехать, потом наверх подниматься, потом с ним битва с Смоком, потом вниз. Это долго. Я сейчас попробую просто взять и это. Так, дай мне что? Осадное. Калаш. Все, мне 450 патронов должно хватить. Но это если в том случае, если мы сейчас это. Это если в том случае, если перезапуск удастся. Нормально. Стукнулись. Стой. Подожди. Меня подожди. Спасибо. Так, поворачиваем. Блин, машина очень сладкая, стали очень быстро дымить. Очень быстро начали. Так, ну чё, пробуем. Попробуем, может повезет. Пол калаша отбили. Одного часть патронов. Да, 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 окей. Все получилось, все нормально. Все нормально. Все прошло как надо. Не будем мы еще раз перепроходить. Так, ну-ка надо наверх быстро. Нужно броню забрать еще раз. Так, ну давайте. Блин, как они сейчас мне очень больно просаживают, а? Блин, ну очень много просаживают. Нужно быть более осторожным.
Ладно. Сейчас разберемся. Ёпта. Все, всех вроде. Да, окей. Все, всех. Блин, мне тупо был, ты пожар убил. В прошлый раз. Меня убил тупо, потому что я подгорел чуть-чуть. Или не, подожди, чуть уже забыл уже. А, во как можно. Можно целиться. Все, окей, наконец-то. Нужно прошу цельц еще. Тут я прошу в прошлый раз нету. Пошли. В меня уже никто не стреляет сейчас. Так, никого. Так, она в какую сторону? Сюда, да? Ага, броню взять. Так, 3 минуты. Да ёбнутый, блядь, ты. Ёбнутый. Всё, броню просрал. Абсолютно, всё, у меня один выстрел остался. Блин, вот тут наверх нормально поднимались, тут нати. Тупо встали. Сюда мы тупо взяли и встали. Мы тупо сейчас взяли и встали. Сейчас нам даже патроны сейчас я не буду брать. Там разжуюсь. Надеюсь, по крайней мере, на это. По крайней мере, надеюсь. Блин, вот наверх, вот нормально шли. Вот вообще, в боба этого завалили нормально. Тут, Надя, я тупо не могу сейчас спуститься. Я тупо не могу сейчас спуститься. Ладно, давай еще раз. Просто нужно тупо аккуратно. Аккуратненько все делать. Так, броня, калаш. Ну блин, 60 патронов.
Ну-ка, высунись. Нормально. Так, патроны собираем, сейчас пригодятся. Так, пошли. Так, а где ты? Все нормально. Нормально. Убрали. Идем дальше. Окей, пошли. Так, у этих патронов уже все исчезли уже. Так, сюда, сюда, сюда. Давай, давай, души, 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 си. Как-нибудь. Там пойдет. Так, броню. И быстро и патроны взять. Так, возьми уже М16. М16. Ну, она по урону лучше, но, блин. Сейчас у нас вариантов сейчас тупо нету. Она забалансена, даже нормально такая. Получше она забалансена. Ну, 90 уже. Ёпта, а мы, кстати, это, мы им и управлять не умеем. Да, блин. Бля. Блин, я не знаю. Ладно. Окей. Понятно. Понятно. Все очень даже нормально.
Сейчас что вы ко мне пришли-то? Я, блин, я не вооружен. Помогите. Все, разобрались. Блин, где мне тут машинку взять, а? Вот так вот. Да ёха, дай мне, тебя хотел ты велосипедик, а? Да ё, менты ещё сраные. Так, ну я сейчас быстро дойду. Блин, уже третья попытка идет. Идет третья попытка, странная. Ну я как понимаю, это финал будет, да? Это будет финал. Нужно просто выбраться из здания. Да-да-да, броню, калаши. И пошли помаленечку. Так, а больше тут ничего нету? Нет, тут аптечки были, тут они тоже пропали. Так, слушай, а это что такое? Вот это батут, что ли, такой, да? Или нет, спасибо, что это такое? Ладно, пошли. На М16 не меняем. Мы еще им пользоваться не умеем. Пользоваться мы еще и не в состоянии. Так, ну пока нормально, пока везет. Пока она не просто тупо мажет пока. Пока не тупо, просто мажет еще. Так, давай дробовик. Используем. Дробовик у нас нормально работает. Так, еще у нас броня еще не закончилась, если что, помним. Так, здесь нужно из калаша. Сейчас все, закончили. Так, окей, пошли, не тушите. Все, окей, прошли. Тихо, где? Ага, вижу. Не увидел. Так, давай, чтобы далеко не возвращаться, давай сейчас броню возьмем. Этот маленький кусочек там еще очень много где что сделает. Тушись. Норм, быстро к следующему. Так, и быстро проходим уже. Калаши.
Не, быстро время экономим. Побежали, А, то идти не может, тупо, да, уже. Так, давай пока из этого постреляем. Потому что на калаше и патронов уже мало. Так, где? Вот он. Давай уже, а. Спасибо за патроны. Да, блин, откуда? Давай. Нормально. Наконец-то. Блин, ты вы с такими успехами тушить пожары, вот тут и... Тупо можете не стараться, а. Так, что давай с калаша продолжаем. Так, ну где еще там? Ну, вылези, вылези. Так, проходим, проходим, проходим. Они все наверху находятся, я их тут там тупо не вижу. Так, а этот с УЗИ ходите. Мне патроны как бы калашу нужно. Или М16. Тихо, 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 туда не надо. Блин, минута осталась, минута. Да тушись быстрее. Все, окей, добежал. 50 секунд осталось. 50 секунд. 50 секунд. Все, норм. Всех убрали. Все, наконец-то. Там еще 40 секунд было. Выбрались. А вот и это наш уголек. Поехал на пожарки. Так, а что нам делать нужно? Я думал, это уже конец уже. Его нужно забрать, типа, да? Блин, ни хрена себе ты свит тупой. Нечему тебя подождать, мы его тупо сейчас разобрали бы. Нам нужно сделать так, чтобы он в машину упал, типа. Нормально. Вот свит тупорылый. I'm a piss on your corpse, M. Penny. I ain't lose no shit. Так, как нам мне выехать? А? Все, понял. Не, вот так раскидывают тут. Так, нам дальше, нам дальше нужно. Ёпта, ни хрена себе тут. Так, тихо, 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 тихо. Ничего себе, блин, как долго он там так держится.
Я доехать до него не успеваю. Я тупо не могу Нормально, все столбы взял. Ты еще поехал-то, а? Вот тут думал свиту-то, а? Сейчас подохнешь нахрен. Смертью храбрых. Так, ну подожди, стоп, подожди. Блин, как долго он держится все-таки, а? Ёпта. Все, я понял тебя. Там еще один нет был. Ща, подожди. Ну, нет. Успели. Успели. Там еще один был как кто-то из гвардейцев и его иных. Так, мы пересели. Все, теперь ты там будешь там висеть. Да, блин, что не так бета. Так, а тут же взять эти приедут. Мексиканушки эти. Поехали. Так. Да дохни там уже. Я тебя взорвал уже. Так, вроде всех убрали уже. Впереди. Блин, давай это. Нормально. Look out, CJ. Да, вижу я на этих байкеров этих. Снял. Впереди. Нормально тут народ собрался, а? Сняли. Ёпта, ни хрена себе. А,
Так, давай, дохни уже. Молодец. Какая бронированная все-таки мы это, а? Давай, 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 давай. Все, сня вытащили. Прямо на нашу улицу вытащили. Прямо на нашу улицу сняли. Ну, оно и видно. Эй! Over here! Эй! Officer down, come on! Эй! Да-да, в этот момент как раз о тебе и буду думать. В первую очередь. Assholes! You never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. Don't. Don't do it, man. He's gone. Может, контрольный сделаем, а? It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. I mean, far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well... That are 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around, officer. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. Well, I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on us. Whoa, 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 whoa. I come in peace. Oh, it's for sure. Mr. Dog here, who has an announcement. My, I mean, our first gold record! Yeah, I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Вот новость, так грудные импланты, да, тот самый полезный тут сейчас. What's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam. Has anyone got a tissue? My nose is, it won't stop running. Is that anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Какой дом? Все, завершили. И пошла финальная музыка. Ну что ж, мое мнение. Ну, блин, это... По моему мнению, тут в этой игре никого не волнует, все и так знают его. Ну, точнее, она как у большинства, игра хорошая. Она как и первая, как и третья часть. Мы в GTA 3, короче, мы прошли норм для своего времени. Что и Vice City тоже норм для своего времени. И что вот это вот тоже, но очень даже норм. И не только для своего времени, ну, нормально, короче.
Короче говоря, норм. Сюжет, геймплей, открытый мир, все на ура. Открытый мир мы можем прям просто брать и исследовать. Ну, на очень многих местах не были. Которым можно посмотреть. Что ж, ну ладно. Я вот теперь думаю, что вот сейчас ну, как бы мы по игру прошли, окей. И я уже не... Уже достаточно серий назад уже я думал... А какие эти... Еще видосики по этой игре сделать. Ну, конкретно это самопрохождение вот это вот. Я вот не это. Я конкретно вот дополнительные видосики, к примеру, вот что можно сделать. Обзор это... Обзор этой игры не будет. Обзора не будет по этой игре. По причине того, что у меня мнение такое же, как и у большинства. Ну, а вот дополнительные видосики. К примеру, вот я думал, что можно. Сначала думал, что сделать видосик по самым... самым... крутым, запоминающимся, трудным, сложным, легким миссиям. Вот, ну это потом подумал, что, блин, это нам тут таких миссий тут топ будет до хрена и выше. Тут каждый, очень многие миссии по-своему уникальны. Тут на каждой миссии там свой какой-то геймплей определенный. Окей, так что топ миссии я делать не буду. Что еще можно? Так, ну мы посмотрел тут вроде это. Мы тут в этой игре есть очень много всяких дополнительных заданий. Не это будет, ну вот одна из идей просто. Это сделать видосик по там, просто без комментариев, без комментариев, просто не топ, а просто перечислить, что может, чем можно заняться в этой игре без сюжета. Ну вот, например, можно заниматься паркингом этим в Сан-Фьерро, ну просто брать машины и отгонять их. Можно машины угонять, можно в Лас-Вегас, в казино, можно на коняшках ставить и. Можно кушать, можно стричься, можно одеваться, переодеваться. Там это во многих GTA сейчас есть. Можно тюнинговать, это машины. Брать машины определенные, тюнинговать их можно. Гонки есть. Такси, менты, полиция, пожарные, скорая. Не, тоже какая-то чушь получается. Не, просто как перечислить можно, но я не знаю, как это оформить. Я только видосик видел по GTA 5, но... Не знаю, короче. Есть идея сделать видосик топ... Топ моментов, из-за которых эта игра является хорошей. Тоже можно. Но я тоже не знаю, как это провернуть. Как-то оформить. Да, блин, ну там то же самое, что и обзор, так что тоже нет. Координация захвата Мэнни Севиро. Хотя нет, есть одна идея. Ну, точнее, это не дополнительный видосик, а будет полноценная серия. А конкретно мы посмотрим, что вообще в одной серии, там, ну, одно число, двух часов, мы полностью рассмотрим все дополнительные возможности, которые тут в этой игре предусмотрены. Ну или большинство из них.
Вот здесь мне вроде квартира находится за 8000, да? Я покупал. Все? Не, ждем до конца. Также, что я также... Мне тут я видел комментарий по поводу пройти NFS в Most Wanted, на просто пройти. Посмотреть, что это. Ну... Сейчас, подожди. Миссия выполнена. Hey, what's up? Hello? Yes, Claude! Faster, harder, deeper! Oh, Jess! Catalina, you sick! Get help! Да, найди помощь, а? Да нет, ты мне просто звонишь и как ты трахаешься. Мне, блин, ты сейчас тут делать это нечего. Трахайся там с кем угодно. Ты мне должен завидовать, как бы. У меня самая большая империя преступная. В Калифорнии и в Лас-Вегасе. У меня Голливуд под контролем. У меня почти весь Лос-Анджелес. Ну, восток Лос-Анджелеса есть. Сан-Фиера под контролем. Там очень много мест, где контролируется. Лас-Вегас тут. Дела есть. Вот мне делать нечего, как тебе ревновать, да? Делать мне нечего. Короче, что касается Most Wanted. NFS. После прохождения... Вот сейчас я не хочу её устанавливать и играть, проходить и т.д. По причине того, что я сейчас хочу полностью завершить прохождение Resident Evil Zero. Если после еще успеет выйти, взломается еще и Resident Evil 2, то я и сразу начну проходить его уже. Вторую часть Резидента. Но если... Я не знаю, короче. Посмотрим. Ну, я скажу, что пока вряд ли. Я вот поставлю на заметку. Если будет настроение, попробуем после Zero ее скачать. Если будет настроение, после Zero. Если не будет настроения, ну, чуть-чуть позже будет. Слегка позже будет. По причине того, что я... Ну, блин, я руль уже убрал. Ну, все, давай. На этом давайте закончим. На этом давайте завершим серию. Хотя, подожди-ка, я хочу знать, что, как выглядит самая дорогая недвижимость. Где вон там вот. Все. Спокойствие на улицах, да? Поехали, и там как раз сохранимся. Да я мог тебе сейчас это... квартирку купить. А ты выпрыгнул. Подарил бы за смелости. Так, нам нужно как выехать. Едем как обычно. Сейчас едем как обычно тут.
Так, а давай-ка попробуем еще мы тюнинговать, а? Давай посмотрим, как она будет в тюнинге выглядеть. Не хочу это увидеть как-то. Так, я надеюсь, я правильно приехал. Нет, я неправильно приехал. Я приехал неправильно. Так, уйдите. Трансфендер. Ну-ка, давай посмотрим цвета. Черный. Сразу. Ну-ка, там черный какой, чем отличается. А тут черный-то в таком виде, да? А, не, он одинаковый. Так, вентиляция, это что у нас? Пускай. Глушители. Нет. Средняя. Вздернутая. Нет, вздернутую не хочу. Двойную. Нет, тоже не хочу. Два большую. Азот. 10-азотный. Спойлера. Чемпион, гонка. Ну-ка. Два гонка. Так, мне это нам нужно музыку включить. Гидравлика тоже не надо. Блин, ничего особо не поставили, ну да ладно. Все, поехали. Нормально так приукрасили. Понятно, как это работает. Так, не-не-не-не. А можно отсюда? Нет. Так, она перезаряжается, типа, да? Или все, она больше не сможет? Она только один раз сработает. Ну да, она вроде получается только один раз умеет. Так, ну вот он, тот самый домик. Два узнаем, что это. Блин, я уже вижу, что домик уже не химовый. Домик уже тут. Нормальный. Правда, куска не хватает. Пример вот. Почему это вот так по самому нету? Этого не пошли. И вот так вот, а. Здесь вон как поставили, установили. Так, а тут у нас бассейн, да, с джакузи. Так, ну в любом случае, почти 120 тысяч, конечно, беру. Конечно, беру. Ёпта, мы тут уже видели. Я думал, что-то новенькое будет, на тень. Ладно, в любом случае, тут, блин, тут особняк большой. Сохраняемся. Ну, все, на этом закончим. Давай посмотрим, чем мы будем в следующей серии заниматься. Давай в первую очередь вот всю машинку вот сюда поставим. Блин, ну домик как-то, блин, мы этот интерьер уже видели. Чё, фантазия сбилась. Так, давай посмотрим, чем конкретно будем заниматься.
Так, ну у нас есть, я еще что хочу. У нас в следующей серии есть дела, которые я хочу еще посделать. Это, как я понимаю, одно и то же, типа, да? Так, ну гонки раз. Это можно провернуть. Гонки раз. Дальнобойщика не хочу. Посмотреть вот что здесь находится. И вот тут посмотреть, что находится. Так, и гонка 3. Блин, особо здесь сделать уже нечего. Не, блин, даже видосика по занятиям в этой игре я не хочу делать. Тупо бесполезно. Тупо особо тут контента не будет. За минуту все перечистить и это все. Так, а вот еще что-то есть. Ну, это, скорее всего, будет какая-то водная часть, да? Короче говоря, будет две серии. Одна гонки. Вот, раз, два, три. И одна, посмотрим, вот тут вот школа. Что она нам даст. И вторая школа вот тут вот. Здесь у нас нету такой школы, да? Ну, все, вот на этом мы порешали. Пытаться захватить оставшийся регион, и я не хочу пока. Все, давайте. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. И всем пока.